Следующее слово предоставляется президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Большое спасибо, уважаемый Нурслан Абишевич, уважаемые коллеги, друзья. Я также хочу поздравить всех присутствующих с исполняющимися в этом году 15-летием Хартии Шанхайской организации сотрудничества и 10-летием договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Эти документы заложили надежную основу для эффективной деятельности нашей организации на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Еще раз приветствую господина Нарендру Моди и господина Наваза Шарифа. Сегодня Шанхайская организация сотрудничества пополняется новыми полноправными членами. Решение о запуске процесса приема этих государств было принято в ходе российского председательства в ШОС в 2015 году на саммите в нашем городе Уфа. Менее чем за 2 года Индия и Пакистан выполнили все условия, завершили все необходимые процедуры. Теперь наша задача – помочь новым партнерам встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу. Расширение состава Шанхайской организации сотрудничества, несомненно, будет способствовать тому, что она станет более мощной и влиятельной в политической, экономической и гуманитарной сферах. Нурслан Абишевич Назарбаев уже приводил цифры, которые говорят сами за себя. Открываются дополнительные возможности активнее влиять на процессы в нашем общем регионе и на международной арене в целом. Уважаемые коллеги, приоритетом деятельности, я с этим согласен, для ШОС всегда являлось и является до сих пор обеспечение безопасности и стабильности на внешних границах государств-членов. Особую актуальность этой задачи придает беспрецедентный всплеск терроризма, экстремизма во всем мире. Неоднократно подчеркивал, что справиться с этим злом можно лишь путем честного и конструктивного объединения усилий всех стран на основе неукоснительного соблюдения международного права. Борьба с террористами должна носить комплексный и бескомпромиссный характер. Наряду с устранением социальных и экономических причин, порождающих эти явления, необходимо делать все для нейтрализации идеологии терроризма. В этой связи возрастает роль региональной антитеррористической структуры ШОС. Важный шаг в укреплении правовых основ ее деятельности – Конвенция по противодействию экстремизму, которую мы сегодня подпишем. Уверен, что мы совместно активизируем усилия в русле политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов, прежде всего на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Отмечу, что в последнее время в развитии сирийского кризиса проявились обнадеживающие моменты. Это напрямую связано с запуском здесь, в столице Казахстана, в Астане, при посредничестве России, Турции и Ирана, серии регулярных международных встреч. Важнейшие достижения – договоренности о прекращении огня между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, а также о создании в Сирии зон деэскалации. Теперь на этой основе появился реальный шанс укрепить режим прекращения боевых действий и придать импульс межсирийскому переговорному процессу в Женеве. Безусловно, ключевое значение для обеспечения региональной стабильности имеет положение дел в Афганистане. Очевидно, что ставка на военные решения внутри афганского конфликта бесперспективна. Россия, как и все партнеры по ШОС, последовательно выступает за политическое урегулирование через договоренности между самими афганцами. Шанхайская организация сотрудничества могла бы активнее поработать и на этом направлении. Предлагаем возобновить приостановленную в 2009 году деятельность контактной группы ШОС «Афганистан». На фоне продолжающегося увеличения объемов производства и вывоза афганских наркотиков имело бы смысл нарастить взаимодействие ШОС с профильными структурами ООН и соответствующих международных организаций. Все мы заинтересованы в формировании широкого пояса антинаркотической безопасности в регионе. Что касается экономических аспектов,
то уверен, что нужно ориентироваться на сложение усилий, координацию национальных стратегий и многосторонних проектов на всем пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Цель – объединить потенциалы Евразэс, ШОС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, китайской инициативы «Один пояс, один путь». Совсем недавно мы в Пекине принимали участие в крупнейшем международном мероприятии по инициативе председателя КНР. И мероприятие, надо отметить, прошло с большим успехом. Тематика сопряжения интеграционных проектов в Евразии будет предметно обсуждаться на предстоящем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке, а также на конференции высокого уровня по вопросам торгово-экономического взаимодействия в ШОС в Москве и на форуме малого бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС в российском городе Уфа. Пользуясь случаем, приглашаю всех наших партнеров принять в них участие. Позвольте в заключение еще раз поблагодарить Нурсултана Абишевича Назарбаева за успешное председательство Казахстана в ШОС. И обращаясь к председателю КНР господину Си Цзиньпиню, хотел бы отметить, что наши китайские друзья в ходе начинающегося председательства в ШОС могут рассчитывать на всемерное содействие с российской стороны. Благодарю вас за внимание.